приветствовать у нас в клинике. Хотим рассказать вам про новый аппарат. Называется Криодерма. Аппарат предназначен для стройности процедуры. Здесь есть два режима. Один режим — это крио, который опускает на пониженной температуре минус 5, разрушает клеточки. Адипоциты, жировые клеточки, и с помощью тепла подтягивает кожу. Процедура комфортная, как вы услышали, да? Поэтому, если пациенту больно, мы снижаем уровень. Кого не пытаем, подбираем под индивидуальные параметры. Видите, у нас, да, здесь есть такие сокращения мышц. Это сокращается не пациент, а сокращается с помощью токов. Уменьшается объем, подтягивается кожа. Курс по телу 4-6 раз. Один раз в 10-12 дней. Можно также уменьшить не только ноги, подтянуть попу, то есть другой идет тонизация, бразильская попа, подтянуть ручки, сделать стройную осинную талию и проработать лицо. По лицу процедуры чуть меньше. Курс идет 3-4 процедуры, и после последней процедуры результат еще у нас с вами нарастает до 2 месяцев, улучшается. Поэтому между курсами обязательно делаем перерыв 2 месяца. Если есть дальше желание, продолжаем.